Лидеры Европейского Союза призвали к скорейшему началу следующей решающей фазы переговоров по Брекситу между ЕС и Великобританией. Об этом было заявлено в ходе проходящего в Брюсселе саммита. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил прогресс, достигнутый на прошлой неделе. В этом тексте будет идти речь о правах граждан, плате за прекращение членства и пограничном вопросе. Евросоюз стремится начать вторую фазу переговоров в январе следующего года. Обсуждаться при этом будут вопросы торговли и военного сотрудничества. Планируется, что переходной период продлится примерно 2 года, а выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.